студенческая жизнь. О ней можно говорить долго, бесконечно, о том, как это было интересно, о том, какой у нас прекрасный рядом сиреневый сад. Я думаю, что все о нем говорили очень много, о том, какие там были традиции в плане студенческой жизни, о том, какие были посвящения студентов. И, конечно, все там собирались по определенным компаниям. Мы всегда знали, кто связи с общественностью, кто режиссура. То есть у нас было четко, прям вот, знаете, сразу можно было понять, кто с какой дисциплины. Это было всегда очень ярко, каждый что-то выкрикивал, говорил, мы те, а мы вот эти. И, то есть, ну, на самом деле, это было классно. Такое место, которое объединяло в себе новеньких, кто пришел, ну, только тех, кто поступил, да, и для тех, кто хочет там от, ну, скажем так, неформально просто рассказать, а как учиться, какие правила, там, где проходят лекции, какие предметы, а эти учителя как, или педагоги, преподаватели. То есть там бы это было все больше то, что как раз любит молодежь, более неформально, и люди просто, ну, это сейчас называют умным словом коворкинг, нетворкинг. Все встречаются, общаются, уже друг друга знают. Поэтому да, это просто была инициатива самих студентов, там не было никакой организованной суперработы. Но и педагоги туда приходили иногда, ну там, если это можно говорить, но они приходили тоже, да. Ну не с нашей кафедры, с разных там, да, и мы. Это был такой общий для всех праздник, у нас это вообще была традиционная такая, традиционный просто ритуал, обязательно пойти в сиреньку. Хоть нам и говорили этого не делать, но мы все равно ходили.